часто снится мне мой дом родной. Лес о чем-то, о своем мечтает. Серая кукушка за рекой. Сколько жить осталось, мне считает. Серая кукушка за рекой. Сколько жить осталось, мне считает. Снится мне опушка из цветов. Вся в рябинах тихая опушка. 80, 90, 100. Что-то ты расщедрилась, кукушка. 80, 90, 100. Что-то ты расщедрилась, кукушка. Я скучаю по родной стране, по ее восходам и закатам, на афганской выжженной земле. Спят тревожно русские солдаты на афганской выжженной земле. Спят тревожно русские солдаты. Так что ты, кукушка, подожди. Не гони чужую долю чью-то. У солдата вечность впереди. Не видишь, что ли? Тита позови. Русским языком говорю, закрыто. Эй! Тит! Колька, здорово, молодец. Тебя не узнать. Тебя сразу не узнать. Понял, что ли? Моя. Дай покатиться. На. Давай. Разбойник, разбогател. Ну, заводи. Это тебе не танк. Сегодня приехал. Ну, прям герой. Припаркуй. Может, наверх заедешь? Сейчас заеду. Макар, американку. Проиграл. Целый день возить будешь. Вот на себе. Ты что, совсем что ли? Слезай. Не стыдно так вести себя при девушке? Я книгу выбирал. Иван Макарович, Нина сказала, на верхней полке посмотри. Вот пришлось. Книгу положи, еще раз придешь за ней. Без шутовства. Книгу положи. До свидания. Нехорошо получается, Нина Матвеевна. Разрешаете баловаться в библиотеке? Иван Макарович, вот зачем вы их отправили? Афанасьев, может, первый раз в жизни за книгой зашел. Ну, знаете. Ну, пусть даже и верхом, пусть. Я все равно рада. И потом, вы откликаетесь, когда вас называют Нина. Господи. Вы не Нина какая-нибудь.
Вы Нина Матвеевна. Пора привыкнуть. Обязательно привыкну. Ничего не упускайте, когда видите какой-нибудь беспорядок. Тем более с выпускниками. Это моя вторая просьба. А первая, самодеятельность вы подготовили хорошо. Второе, сегодня съездите в район и позаботьтесь насчет гостей из медучилища. Ну, без девчат, какой же вечер. Как мы охарактеризовали нашу тему? Мы молодые хозяева земли. Ну, хорошо. Иван Макарыч, ну я ж просила вас. Ну, можно я завтра поеду? Мне знакомый из армии пришел. В школе вместе учились. Твоя? Крайну не возьму. Братнина. Третий год. На зоне чалится. Посылку просит, а денег не шлет. Кучно бьет. Проверено. Дай мне. Держи. Курс. Аглоеды. У вас все такие. Валерка, ты вставал? Ты, Коль, не обижай его, не надо. Он вообще парень-то хороший. Нас с третьего класса еще жених и невеста дразнили. Да он, знаешь, и пить-то начал, потому что у нас с тобой началось. Хорошее плохому не причина. Запомни это. А пить его старший брат научил. Всех тебе жаль. Завидую. Все-таки с работы ты думаешь, а? Понимаешь, механик я неплохой. Можно в автосервис пойти. Или в милицию. С жуликами буду бороться. Акустика. Стерео. Да нет, это скорее из Москвы. Он тут к концертам готовится. Вот бы его к нам пригласить. На свадьбу? На вечер. Мы молодые хозяева земли. Я ответственная. Выступающих, правда, мало. А скрипач вам к чему? Вы, кажется, трактористов готовите. Ты меня пригласи. Я им скажу кое-что. Матери моя тетка. Да ты, небось, и не помнишь ее? Я маленький здесь жил. Пока ферму не привели. Ой, где ей только жить не предлагали. А сейчас вообще я дядя Володя сбежал из Комсомольска. Представляешь? Бабушка! Ой! Здравствуй! Бабуль, ты опять сбежала? Не хочу лежать в чужой земле. Ой. Теперь, бабушка, вся земля своя. Ага. Вот оно и плохо, что она вам вся своя. А родной земли нету. Баб Настя, тебе же жизнь звали, не помирать. Да что обо мне говорить. Мне он и цыганку ж сказала. Плохо тебе будет, Настасья. Господи, ты какой цыганка-то, Володь? Ну какая цыганка-то? По телевизору. Вовке телевизор? О, цветной, большой. Комод будет. Господи. Бабная! А это жених мой. О, да, не подлин. Поздравляю! Поздравляю! А Малахины здесь играют.
никуда больше отцом не поеду. А увезете, опять убегу. Ночевать останетесь? Да недолго. Уедем, уедем. У вас, бабушка, раньше, наверное, хозяйство было? Было. Все было. И корова, и овечки, и лошадь. А когда это было? Когда было. А вот тогда и было. Тогда было. Заходи! Ключ принес постояльцу. Потом отдашь, у него будет два. Да какой же он постоялец, если ты ему избу продал? Теперь он хозяин, постоялец. Ну, садись чай пить. Это мужик Малахин. Лет 5 не появлялся. Да нет, 3 года. Я в городе живу, у сына. Здоровьем слаб стал. Вот и приехал. Последний раз поглядеть. Машина-то твоя. Довезете меня до шоссе? Приятеля машина. А, конечно, дедуль, конечно. Добре. Смотрю, ты умный стал, Коля. Забыл, как гуляли, когда меня в армию провожали. Последний раз и тогда меня напоили. Ты и твой брат. Выпей, Валера. Ты ведь за рулем. Ох, и не любили у нас сержантов, Коля, в армии. Ох, и не любили. Ты, может, еще в какой армии служил? У нас любили. Ой, я стучу, стучу. А дверь-то открыта. А вы уже хорошие? Ну что ты, тем более с Волковым. А Николай-то твой боится Волковых. Сидите. Видишь, Тит, я к нему мириться пришел, а он мне чай налил. Я вам вот что скажу, ребята. Живите для себя. Мне тут одну брошюрку дали почитать. Перевод с английского. Так вот, оказывается, мы не от обезьяны произошли, а с другой планеты прилетели. Мы существа высшего порядка. Про тарелки там все подробно описывается. Так что ждите новостей. А «Жигули» ты брал на дядьку-инвалида? Я себе «Волгу» куплю. Давай к нам, Коль. Русь, фирма. Халдеем, что ли? Через 2/3 работаем. Туристы, советские, иностранные. Так что... А чем в «Халдее» идти, если не пьют? Пусть к нам, на ферму шофером. 200 плюс сам знаешь. Ладно, от твоего сам знаешь, у дома не продохнешь. А что, 30-ка лазок? Для кого дерьмо, а для кого органика? Совести нет. Совесть полно, как навоза. А вот механизаторов нет. Так вот, там сказано, что инопланетяне бывают 2 видов. Зелененький и синенький.
шерстяной покров жесткий, покрывает все тело. Зелененькие, с большими головами, они за миг кумекают. А синенькие, у них как рабочая сила. Разнорабочие! Ой, так открыто же! Открыто! Ой, Павел Кондрать! А я нарочно звоню! Чего? Городские квартиры, а не изба! Надо приучиться закрывать! О, я к тебе, Николай, выйди! Давай, давай! Да нет, 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 нет! Ну ладно. В самый раз, еще не начали. Да я вижу, что не начали по твоему красному носу. Валер, ты где должен быть-то? Тебя люди ждут. А ты? Думаешь, вместо меня он у тебя будет? Ошибаешься. В Халдеи пойдет. В ресторан «Русь». А ты, Титов, тут про инопланетян все рассказываешь? Так. Хорошая придумка. Она удобная. А вы разве не верите? Я нет. Жаль, правда, что мы одиноки в этой галактике, верно? Вообще-то здорово. Творишь, что хочешь, безобразничай. Кто-то за тебя уберет. А может, даже и другую планету предоставит. Тесно. Тесно человеку на Земле. Плотность растет. Это в кабаках, Титов, тесно. Ты давай ко мне в колхоз. Я тебе серьезно предлагаю. Ну, я же говорил вам, Павел Кондратьевич, нет у меня способности к земле. А мы разобьем. А ты, Коль? Ты даешь ему оглядеться. Чего сразу-то? У меня тебе хорошо будет. Я на земле работать хочу. Но где и как? Еще не решил. Разные варианты имеются. Из двух стволов сразу шарахнул. А ружье обратно на ковер повесил. Такой. Подходит к нему семь ломтей с дорог. Он раз только руки об снег вытер. Трое лежат, четверть бегут. Часто снится мне мой дом родной. Лес о чем-то, о своем мечтает. Серая кукушка за рекой. Осталось, мне считает. Серая кукушка за рекой. Сколько жить осталось, мне считает. Я скучаю по родной стране. По ее восходам и закатом, на афганской выжженной земле спят тревожно русские солдаты. На афганской выжженной земле спят тревожно русские.
Видел я. Недавно как дураки тут галку убили. Жалко. Кто смерть не в кино видел, может, и больше поймет. Но и вы обязаны, люди. Если оглянуться, многого жаль. Тут деревни есть, недалеко. Когда-то небольшой колхоз был. А теперь из людей одна бабка старая. Живет и как высоту на фронте удерживает. И пока жива бабка, жива деревня Риполовка. Не так. Я это кино видел, когда маленький был. А ты сейчас маленький. Организуйте мотосекцию. Я серьезно. Для молодежи теперь важно и танцы эти, и спорт. Развлечение все это. У Нины бабка. Вы Нину Матвеевну имеете в виду? Здесь про нее надо говорить по имени-отчеству. А танцевать тут с ней можно? Или нам в город ехать? Ой, как здорово. Он старший. Говаривает? А я не буду говорить. Тут работа трудная. И ребята. Трудные? Их любить надо.
Может, вернемся? Ну вот, стрел бы его, убил не он. Боль, за нами гонится. Точно гонится. Борька, тормози. Ой, мамочки. Катаетесь? Я туфли переодеть хотела. Если бы не догоняли, мы бы не разбились. Мы думали, милиция. Быстро съездим. Портрет Ткачева с доски почета снять. Вот я вам как раз про эту группу и говорил. Выпускники. Мастер заболел. Непыльная работенка. Вот, видите, какую красоту отгрохали. Не ПТУ, а МБТУ. Общежитие видели? Чистота, порядок. В общем, все условия. При таких условиях обучения должна быть очень высокая степень мастерства. Вы согласны? Согласен. Вот Макаров. Очень сильный. Но абсолютно не агрессивный. Братья Ткачевы. Боря Комсорг. Отличник. Но, к сожалению, не лидер. Юра. С Ткачевыми я знаком. Ну, в общем, это ребята легкие. Вам предстоит, прежде всего, быть строгим. А во-вторых, научиться вникать в положение каждого. В общем, главный в группе Афанасий, к сожалению. Лидер? Фюрер. Кстати, семья полная, обеспеченная. К Ивану Макаровичу надо идти. Вот и знаю, кто с автобусом натворил, а доказать не могу. Вам теперь разбираться. По педагогике личность формируется до 5 лет. Школа исправляет ошибки детсада. Мы исправляем ошибки школы. Ну а наши ошибки кто будет исправлять? Так что... У всяких педагогических возможностей есть предел. А вот с этим что делать? Автобус-то на нас висит. Какое количество ваших выпускников становится трактористами? 4%. Как 4? Вот так, Николай Иванович. 4. Значит, оформился. Да, мам. Может, из-за Нины? Она тут при чем? Да волк посмеялся. Говорит, он теперь караулить будет, а то-то мужиков полно. Глупости. Просто ребятам нужно помочь. Ну, пока. Иди отсюда. Встала. База? Людмила, ну ты, да? Сюда. Борь, давай сигареты купим. Я Афоне должен, мы с ним на желание в американку играли. Будешь его на спине возить? Ну, я не знаю. Он мне фору 5 очков давал. Говорил тебе, не играй. У нас, учти, на глупости денег нет. Что-нибудь фруктовое возьмем. Вон, сливовый компот. Давай 2. Зачем? Одну сестренке, другую сами съедим. Денег нет. 2 компота, пожалуйста.
Пожалуйста. Ну что, давай. Кончайте. Гляди, Афоня. Два брата отрабатывают, отоваривайся. Не живут со стипендией-то. Хочешь угостим? Не употребляю. А курево? Сам купишь. А он тебе не компания. Брезгуешь? Ага. Объявился. Матвеевну разыскивать, не ездит свой, потерял. Точно. Жених. Что-нибудь ищете? Группы нет. У нас сейчас занятия должны быть, а группы на месте нет. Это они вас проверяют. На сгиб. Эх, не кстати, я развалился. Да вы, надеюсь, подтянете гайки? Сможете? Попробуем. Вкусное варенье? А как же, домашнее. Мать варила? Или бабушка? Обе. И мать, и бабушка. Присаживайтесь. Кто играет? Я. А вот он поет. Ну вот что, артисты, жду вас внизу, собрать всю группу. Даю вам 10 минут. Сначала машину... Надо вымыть. Кто хочет? Можно. Вначале для чего-то наврали. Варенье, говорят, домашнее. А сами компот едят сливовый. Роялик у них там такой маленький. Забавляются. Коля, они же детдомские. У них мать-то есть, но она такая, знаешь, нам еще не путевая. Сестренка у них тоже маленькая в детдоме. Вот как. Плохой, значит, психолог. Ты-то. Ты сильный. Понимаешь, все знают, какая должна быть любовь, но дождаться ее не каждому удается. Мне кажется, удалось. Молодая боярыня.
Мама приехала. Мы тебя так ждали. А где Наташка? А карантин у них. Коклюш, наверное. Я звонил, да разве дозвонишься? Да не пускают никого. А это наш мастер. Николай Иванович. Вера Борисовна. Хорошего вас, дети. Спасибо. Мы с вами не пойдем в общежитие. С мамой. Хорошо. Только вы не курите, пожалуйста. Извините. Деньги. Кто выиграл? Я. Сколько? 20. То, что выиграл, под расписку ко мне на стол. Получишь от родителей. Кто проиграл? Я. Сколько? 7. Ты что, Савельев? Дочка миллионера? А может, скинемся ему? Никаких скинемся. Будем заниматься. Тема. Электрическое напряжение и техника безопасности механизатора. Итак, какая смертельная сила тока? 6 ампер. Это для боевого слона. Для нас с вами 85 сотых ампера. Кому хоть раз в жизни ударило током, и кому это понравилось, поднимите руки. Качев, Юра, если твой мастер оказался под током, что ты сделаешь? Побегу, вызову скорую помощь. А я уже кончусь. Надо отключить напряжение и искусственное дыхание сделать. Так бойко сделай. А если человек пьян, его может убить самое малое напряжение. Ясно, Савельев? А я не пью. Владик, сами починили, сами сдавать будем. На той неделе покрасим. И порядок. Повезло медикам. Вместо старой лабы новую машину получат. Пусть Кощевых благодарят. А мы-то почему должны задарма шесть? Как задарма? Да так. У нас сосед инвалид. У него запорожец. Лучитель прилетел. Я ему хомутик сделал. А с двестику подложил. Часа полтора возился. Чирик. Ну ты даешь, Афонь. С инвалида 10 рублей. А что ж, за спасибо работает. Николай Иванович, а вы бы стали? Инвалиду стал бы. Если так рассуждать, всегда что-нибудь найдется. У этого нога, у этого рука, у того жена болеет. Так как решим, Николай Иванович? Сами думайте. Но главное запомните, ничего чужого не брать. То есть не воровать, что ли? Догадался. Страшно, когда была и нет.
нужен. Отыграться хочет. Все, гашу свет. Здесь не кури. Много говоришь. Так ведь он же дежурный. Так вот, пусть затрет своей повязкой. Пошли. Что, я не знаю, как люди живут. У меня отец с матерью. Ей за 40. Она всех хахаля завела. Начальника своего. Рожа красная и брюхо. То у нее учет, то совещание, то ревизия. Уедешь, значит? Нет. Всю жизнь на возе копаться буду. Вот диплом получу и завербуюсь. Много проиграл? Афони себе ружье купить хочет. А чего? У него уже все есть. Борь, давай махнем куда-нибудь на север. А в Африку не желаешь? Годится. Бананы, фрукты разные. Будем сестре посылать. Должны были работать. Не понимаю. Я вот тоже не понимаю. Разве это люди? Это все одно, что детей давить. Это ж грудные дети. Почему? Без разрешения вернулись. А мы все закончили. Сегодня футбол из Франции передают. Кто первый ехал? Сначала... Кто по-сеянному ехал? Я вас спрашиваю. Кто по озиме обгонял? Николай Иванович, не надо нервничать. Вас не Матвей искал. Минут 20 назад. Где она? Около главного корпуса стояла. Бледная такая. Афонь, ты чего? Я думал, ты продашь. Все в порядке? Угу. Ты меня искала? Сколько там убытка? Буханка? От силы две. Так мы заплатим. Битаку нарыло. Чтобы не вырваться, надо достать-то. Советую. Троих. Замуж, говорит, еще выйду. Карать таких надо.
Ух ты, каратель какой нашелся. Тебя-то, небось, не карали, а воспитывали? Ну, не педагог я. Завтра подам заявление. Куда вы? Понимаете, Иван Макарыч, ну не педагог он. Ну ведь так бывает, ну ошиблись мы, понимаете, ошиблись. Потом, знаете, он ведь может врезать им. Он им врежет, под суд пойдет. А мне всю жизнь испортит. Не врежет. Я им сам врежу, вашему Николаю Ивановичу. С этим потом. Преподаватель физики говорит, что Афанасьев пьян. Выясните. Эх, ты несчастный. То есть нас несчастный. За 160 еще и бегаете за каждым. Отец у меня тоже. Не пей, не воруй. Дурачок. Врешь. Врешь, я не ворую. Нина Матвеевна тоже не ворует. Мать моя крошки чужой никогда не взяла. Отец сгорел. Колхозное добро спасал. Он тоже дурак. За что посидел? Никому слова про тебя не сказал. Ничего не любить, никого не жалеть, ничем не дорожить. Давно не дрался. И сейчас не буду. Бегаю. За 160 бегаю. А ну, впереди меня. Бегом! Марш! Бегом! Веселей! Носом дыши! Все есть. Мать торговля? Была. Последствия давно. Гад один топит. Сам вовлек, а теперь топит. Если с ней что будет, убью. Злой ты. А вы добрый. А что толку? Это верно. А теперь все. Заявление подал, ухожу. Зря уходите. Они вас любят. А ты? Думаете, боюсь?
А по телевизору провожали. Все такие красивенькие, а уж худенькие. Ну, в чем душа держится? Плясать там будут. А ну, Нинка-то, Нинка-то, конечно, лучше. Мне не тяжело ездить. Ей родить скоро. А, ну, ладно, коль так. Ну, пошли, пошли. А вы всегда тут жили? А всю жизнь. Вон в ту избу и замуж вышла. Муж у меня кузнец был. Выпить любил. Ну, мамка присоветовала, я и вышла. Тогда закон был за грубые слова сажать. Ну, а он, видать, нагрубил. Его и угнали. А я с малыми детьми одна. Нелегко ведь, конечно. Хозяйство вести, не портками трясти. На горке изба, заколоченная. Не знаете, чья? Братова изба. Наследника не было, мне отошла. Не продадите? Кому? А вот им. Да не в жизнь. Что так? Так курить на сеновале начнуть, я и знаю. У них теперь чуть что курить. А вот, у Андрюшки Былова, вот точно так же. Закурили на сеновале и погорели. Все сгорело. Машинка швейная, Зингер. Ну все. Это когда было-то? Ну это еще меня не сватали. А мы не курим. Жить только летом будете? Подачу не продам. Мне нужно, чтоб круглый год. Да они так и хотят всегда здесь жить. Ну, если за всегда, продам. За сколько? За 1000. Ну, старыми, старыми. Сколько же это будет? 100 рублей, что ли? Дорого. Ну, я просрочку. Но мне нужно, чтоб круглый год. И зимой. Смотрите, здесь все земледельцы лежат. Слово-то какое? Поймите его. Специальность вы получите хорошую. Золотая будет специальность. В автосервисе можно работать. И вообще. Может, кто-нибудь уже и прикинул, сколько он своими золотыми руками зарабатывать станет. Когда на собственном автомобиле прокатится. Это все не грех. Но запомните. Учили вас для работы на земле. Вы земледельцы. Хочу, чтобы ими и остались. Молитесь, что ли? Или урок атеизма? Историю СССР проходим. Так, ребята, давайте быстро, а то на обед опоздаем. Давайте, давайте, автобус ждет. Или мало? 17 лет. Смотря для кого. Героическая жизнь не каждому. Главное быть настоящим. Настоящему человеку? Деньги не нужны. Деньги нужны всем. Кому для жизни, а кому и больше жизни. Один вот собаку свою застрелил, и чтоб добро не пропало. Он с нее шкуру содрал и на шапке продал. Это гад. На нем не написано. А вот Боря с Юрой деньги нужны. Им где? Сестренку свою надо на ноги ставить. Хорошо бы нам всем выпуском вместе. Куда-нибудь, чтобы не расставаться. Кто нас возьмет вместе? И потом армии, аты-баты. Кстати, сейчас очень серьезно ставится вопрос, чтобы выпускникам сельских ПТУ давали отсрочку. Ну, чтобы, значит, втянули свою работу. Но это в будущем, но будет. Земля этого требует. Чтобы молоко и хлеб всегда были. Но насчет Юры и Бори
Иван Макарович договорился с военкомом. Опекунство над сестренкой оформим. Пока Боря не отслужит, Юру не возьмут. Николай Иванович, правда что? Вопрос решен. Наконец-то. Ну, собрались, голубчики. Поехали. Ни тепла от них, ни пользы. А вот закончил мастер работу и полюбовался. О, Волков приехал. Сейчас выпендриваться начнет. Охлам. Че, влажны? Для музея, что ли? Реставрируйте. Ладно, разгружай. Шифер привез. Шифер привезли! Приготовил? Не все. Плащ рвался, мастер отобрал. Лады. Доиграется, ваш Николай. Доиграется. Здесь Наташка будет. Пусть для нее самая большая комната. В большой холодней. А если мама с нами захочет? Пусть выбирает любую, да? А на вечер в ту субботу приедете? В ту субботу не сможем. Опять тайна? От тебя тайн нет. За сестренкой поедем. Привезти ее хотим. Ну вообще... Отсюда не уедем. Нам тут шифер дали. К осени новую крышу сделаем. Дом 100 лет стоять будет. Телевизор купим, пианино. Тебе здесь нравится? Не знаю. Не останусь я тут. Мам. Наташа! Мам, оставайся. Будет. Работать мы будем. А ты хозяйством займешься, Наташкой. Мы козу купим, кур заведем. Совсем я старая, что ли? За козой ходить. Мне еще пугало в огород поставить. А ты все выбираешь, а нас так ни разу не выбрала. Нет, не знаю. Мам, ты потом увидишь, согласишься.
Мы мотоцикл купим. А это чей? Этот училищный. Мы с коляской купим. Представляешь, Борька впереди за рулем. Я сзади, вы с Наташкой в коляске. Вам работать надо. Вам деньги зарабатывать надо. Тебе Наташку поднимать, тебе мать кормить. Вы взрослые, вы должны уже. У меня такси в городе знакомые есть. Из нее тоже колхозницу сделаете? Нет. Мы ее медицинское отдадим. Может, в Ряполовке лечить будет. Из кого дураки такие? Не в меня. Прям идеалисты какие-то. Вы этого вашего, что ли, вашего Николая Ивановича? За что поперли из России? Официант как сапер. Ошибается один раз. Ну и сколько имеешь? Все мои. Сотни три, наверное, гребешь. Бомбы не возьму. Тары на них нет. Да ты че, Тит? Ну ты даешь. За все 5 рублей. Ну мне ж не хватит, Тит. Портвейн возьми. Сейчас. Бутылки в ящик сложи. На. Спрячь. И тебя, и Николая твоего, работничка Образцова. Где он? Нет, уехал. Куда? Закудыкал. Спокойно. Не ворчи, тетя Валя, не ворчи. Коль твой единый наряд оформил, а Валерка Волков получит вон. А это некрасиво. А я с тобой разговаривать не хочу. Ты уже вон сколько выжрал. И какой с тобой разговор? Ты, может, обижаешь за тот случай, тетя Валя. Так вот, мы тогда пацанами были. Перелили мы ему тогда. А то б сидеть твоему Кореньке с братцем моим за тот ларек. Ясно? А ну, уходи отсюда. Ну-ну-ну, спокойно, спокойно. Чтобы духу твоего больше не было. Не надо руки распускать, не надо. Ты же явился, бутылку принес. Без рук, я говорю, не надо руки распускать. Спокойно, а то невесту отнял. И деньги прикарманил. Ишь ты, жених какой. Жених. Да мало ли, что тебе в твою пьяную голову взбредет. Губак не дура, иди отсюда. Смеешься, Степан? А зря. Иди, 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 оборвут. Вот смотри, как получается. Динозавры на Земле топтались 14 миллионов лет, а человек 4 миллиона назад только появился. И сколько гляди натворил, а главное, от Земли отрывается.
От речки, от леса. Человек не динозавр. Спохватится. Главное, Николай, чтобы поздно не было. Знаете, что обидно? Что? Пустая бутылка из-под водки или пива дороже буханки хлеба. Вот если хорошо сработаете, весь участок бригаде отдам. Мне сельхозтехнику надо. Ладно. Молодцы. Поехали. Давайте. Вообще-то, вы должны угощать. Первая получка. Молотки. Чего, Николая, что ли, испугались? По много гребли-то? По 250. Ну, дельцы. Вообще-то вам по 200 полагалось, а мне все остальное за руководство практикой. Но только ваш ловчил, он хитрый. Николай Иванович чужого не возьмет. Ну да, Николай Иванович, святошу нашли Николай угодничка. Хватит, убирай. Лады. Дожил. Никто со мной пить не хочет. Ладно, мужики, давай по четвертному я отвалил. С тебя, между прочим, Афоня особо причитается. Иди проспись, ты мне еще патроны должен. Держи. Дробь, 12-й калибр. Только если ты в срок за ружье деньги не отдашь, я у тебя его назад заберу, понял? А в тайге Афоник белых медведей, как собак нерезанных. Это ли не ты свою овчарку на шкуру ободрал? Он, точно. Ну ты, Афоник, связался. Слушай, иди по-хорошему. Мы с тобой в расчете. Дурачки, вы что думаете? Отхватить те дома в Ряполовке, что ваши сиротки отхватили. Ряполовка-то под снос идет, а Николай вас дурит. Сколько ему-то отстегнули? Я думаю, будет. Я вижу, ей одной плохо.
деревню поехал. Он же там все подавит. Давай быстрее. Красивые, трава душистая.